В каком месте земного шара может существовать подобный пейзаж? Слева напротив нас садится солнце, и на первых планах спустились сумерки. Они наползают в глубину, двигаясь навстречу последним лучам заката, и вслед за ними из правого нижнего угла рамы лениво уплывают налево и в глубину воды неведомой реки, поверхность которой играет всеми переливами синего, зеленого и желтого цветов, так характерных для последнего получаса вечера. Словно вздымая правый, противоположный по отношению к нам берег, река отодвигает глубину сначала светло-коричневый треугольник голландской ветряной мельницы с четверкой гигантских перекрещивающихся прямоугольных крыльев. Далее, левее, густую зеленую кучу деревьев. И, наконец, пройдя две трети видимого пути, река, внезапно сузившись, вливается в арку моста римского акведука. И, выйдя за ним на простор, сразу просветлев отраженным сиянием неба, исчезает в еще полыхающей оранжево-голубой заре, которая вплоть до левого края изображения мешает воду с небом. Мы становимся свидетелями чародейства, льющегося из глубины и сверху рембрандтовского света, мгновенно преобразующего землю, воздух, реку и все изображенные предметы в сложную и красочную симфонию. Образующий границу земли и неба, линию видимого горизонта, контур могучей пологой горы, не спадая от правого края картины вниз и налево, тремя широкими ступенями, как бы рассекающими картину на три равных части, последний раз обрывается перед речной долиной, за акведуком, далеким отвесным утесом, на котором застыли горделивые стройные кипарисы. Взгляд наш все время стремится вверх, к развалинам под кипарисами. Но, сделав усилие, опустим его вниз, где на первом плане слева какой-то всадник в красном плаще, в темном тюрбане, верхом на осле, медленно движется по неровной тропе вдоль берега. Через несколько мгновений он скроется за пределы видимости. Перемещаясь к нам спиной, он оставляет позади рыбака. Тот, одетый также во все красное, сидит также повернутый к нам спиной, у середины нижнего края картины, закинув в воду свою длинную удочку. Справа к нему подплывает пара белоснежных лебедей. За ними на фоне мельницы двое гребцов движут свою диковинную лодку с высокой кормой к акведуку, в то время как у правого края картины на том берегу гниет выброшенная старая пустая итальянская гондола. Таковы первые планы этой романтической картины. Все беспредельное ее пространство залито чудесной, золотистой светотенью, которая играет по краям речной долины слева и на крышах убогих покосившихся хибарок справа, и в купах возвышающихся над ними деревьев, образуя под линией берега горизонтальную коричневую полоску каменных стен средневековой крепости в центре картины. И над всем этим образуя своеобразную вершину линии видимого горизонта, словно оставляя слева от картины ее треть в лучезарном сиянии, все пронизанные золотыми лучами, подобно апофеозу, высятся развалины. Контраст этих мраморных облаков, вознесенных на головокружительную высоту с разноцветной панорамой справа и внизу, и закатной зарей слева и наверху, оставляет неизгладимое впечатление. Искренность и взволнованность Рембрандта сразу передаются зрителю. Сколько времени вынашивал этот образ Рембрандт в своем сознании, пока нашел его идеальные формы, сочетающие натуру и фантазию так, чтобы они взаимно поддерживали друг друга, сливаясь в одно гармоничное целое и в то же время преисполняя наше сердце печалью. Развалины старинного храма очаруют и приковывают к себе взор. И кажется, что не солнце у горизонта струит свет заката, а эти колонны, возведенные 2000 лет назад, до сих пор излучают в необъятное пространство трепещущую и замирающую энергию.
и над всем этим великолепием простирается глубокое вечернее небо. Слева яркое, голубое, все охваченное золотыми прожилками, темнеющее справа, закрытое от нас серо-зеленой тучей в верхнем правом углу. Ландшафт суров и грандиозен, и в то же время грустен и музыкален. Кажется, что он насыщен полузабытым историческим прошлым. Этой торжественной и скорбно-величавой музыкой пронизан даже ритм пейзажа. Четкий рубеж неба и земли, не спадающая справа налево линия горизонта, как бы повторяется ниже, скользя по верхним краям мельницы, крон деревьев, построек и акведука. А контур развалин, виднеющихся далеко в глубине, прямо над арочным проемом акведука, как бы повторяет очертания арки. Преисполненная чувством неизреченной гармонии и царственной гимнической грусти, это воображаемая художником фантастическая страна за изобразительной поверхностью картины, раскинувшаяся перед нами, кажется, звенит и поет. Быть может, Рембрандт хотел выразить в этой картине какую-то неизвестную нам идею, которая таилась в его душе. Отдавая дань своим романтическим увлечениям, Рембрандт создает, наряду с мирами воспоминаний и грез, захватывающие строгим реализмом подхода картины неприкрашенной голландской деревни.